Вы целовались раньше? Что? Во время мытья посуды, не-не. Вам придется сделать это в короткометражке Эрики. Поцеловаться. Говорил же, она достанет нас своей дурацкой короткометражкой. Ты обещала маме, что не будешь лезть к моим друзьям со своими дурацкими идеями. Да все нормально, просто предупреждать надо. А что такого? Вы вечно треплете друг друга и возитесь на полу, как чокнутые. Серьезно? Они мутили в старших классах? Прикольно. Похоже, Мат уже все забыл. А он что, должен был набить татуху? Обжимался с Максом в школе, не забуду никогда. Фильм Ксавье Долана. Невыносимо думать, что выстроенный нами с детства мир, наша дружба, компания, наши посиделки, все это может рухнуть к черту из-за одной единственной глупости. Это все из-за фильма, да? Сара, я не хотел. Я вообще не собирался делать это. Мат, какой фильм? Я не понимаю, о чем ты. Ну все, прячься. Ничего нового. Знаешь, Мат, все мы время от времени задаем себе вопросы. Вот в чем прелесть молодости. Вроде тебе уже 30, а вся жизнь еще впереди. Матиас и Максим.